В кадровой программе «Время героев» найдут свое воплощение лучшие практики, в том числе работа с ведущими экспертами и руководителями из администрации президента и кабинета министров. Об этом рассказал ректор РАНХИКС Алексей Комиссаров. Все участники специальной военной операции, как и сообщил президент в послании Федеральному собранию, смогут принять участие в новой кадровой программе «Время героев». И в ближайшее время мы сообщим о ней дополнительные подробности. Ну и, конечно, с учетом тех поручений, которые озвучены президентом сегодня, в кадровой программе «Время героев» мы намерены реализовать все наши лучшие практики, в том числе работу в рамках школы губернаторов, школы мэров, конкурса «Лидер России». И рассчитываем, что программа будет осуществляться вместе с ведущими экспертами из числа руководителей администрации президента, правительства, федеральных министерств, крупных компаний, губернаторов. И я не сомневаюсь, что опыт наших героев позволит, в свою очередь, усилить уже существующие программы подготовки президентской академии.